Всем привет, ребят! Сегодня у нас Китайка, и сегодня у нас будет битва гильдий. Будем испытывать наши фракции. То есть я собрал пачку с критовым стражем, который будет, скажем так, должен мне помогать в битве гильдий и бустить моих героев. Для этого надо, чтобы было больше 3 таблеток, то есть 4 таблетки хотя бы одного вида, чтобы активировался скилл. Для этого мы сейчас просто в рейд перейдем. Вот видите, у меня он активирован. То есть 4 героя одного вида. Соответственно, я тогда только могу использовать. Так, сейчас. Ну, как видите, опять же, если раньше у нас был шанс, то сейчас у нас идет набор энергии. И пока мы энергию эту не наберем, мы нифига не получим. Вот так вот. То есть у нас все усиления не будет. Вот, наконец-то усиление пошло. И все. То есть таким образом. Я считаю это намного хуже, потому что арты все-таки активировались с процентным каким-то шансом. А сейчас получается, надо набустить энергию, только тогда активируется скилл. Сейчас попробуем, давайте выпустить больше героев. И посмотреть, будет ли быстрее бустаться скилл. Ну, идет, получается, урон от каждого. То есть, фактически, за весь бой, вот он один раз включится. Ну, максимум 2. И все. С артами было намного интереснее и лучше. То есть, в этом уже мы видим минус этих хранителей. Плюс мы не можем их переставлять, если можно было хотя бы менять. А так получается, приходится брать одного вида героев, чтобы получить буст. Ну, это все такое, ребят. У нас сейчас будет трэш. Почему трэш? Потому что мы будем сейчас брать бабузину в атаку. И, как обычно, сливаться. Так, вот такая вот она у меня же с каменкой. На нее сделаю вам отдельный обзорчик. Покажу ее. Уже я ее переделал. Так, события. Побежали, посмотрим. 270, 267. 260. 266. Окей. 2 тут, остальных будем тайпить. Так, что у нас тут есть? Непонятно вообще, кто там есть. Фрейю вижу. Вижу Фрейю. Ну окей. Попробуем. Посмотрим на нее сейчас урон. Ну, вот смотрите, что она делает. Это просто жесть, ребят. Нереальный какой-то герой, блин. Так, ну тут ее сейчас просто нафиг унесут. Разносит просто нереально. Вот так вот. Вот Афинка подошла. Вот смотрите, что бабушка делает. 54% и практически там повыносила героев. То есть вот так вот. Вот, кстати, плюс от Фреи. Вообще самый-самый большой плюс от Фреи. Если у вас есть огнекрыл, считайте, вам Фрей облегчает все. Ну, то есть, вот так вот, ребят, не знаю. Особо я как бы ощутимой разницы от этого стража сейчас в бою вообще не увидел никакой. То есть, у меня герои фактически без усиления прошли эту всю локацию. То же самое будет во всех остальных. Там единственное, где она может, это волны, там угольная армия. Возможно, там, да, будет применение. Но вот такие локации PvP, как битва гильдии, ну, я не знаю. По-моему, это не то. Так, окей, поехали следующего бить. Бабазина. Так, ну что тут у нас? Ну, давайте попробуем как-то найти, чтобы она не так быстро умерла. Попробуем ворожаем подхилить, если что. Ну вот, смотрите на урон. Так, включили ворожая. Там есть Фрея у нас, да? Да, есть Фрея. Ну, смотрим. Вот
Она бьет по прямой. Вот в чем еще один, скажем так, ее минус. Вот она сейчас должна зарядиться. Окей, отлично. Ну, танчить может свободно. С каменкой, посмотрите, какой по ней урон проходит. Там даже Фрейя отдыхает просто. Ей надо переключиться на кого-то. На кого она там? Но она не может слить этого Дрейка. Жесть просто. Посмотрите, сколько урона прилетает. И Фрейя тоже ничего не может сделать, потому что у нее очень офигенно сейчас. Ну все, это, по-моему, вечный бой будет. Да, ребят, все нашего ворожая, к сожалению, слили. И у нас 51%. Посмотрите, она все-таки выживает. И довольно-таки неплохо выживает, я вам скажу. Так, самое главное, чтобы огнекрыл сейчас не слился. А он это может сделать. В общем, такая вот баба Зина. А видите, она танком тоже неплохо смотрится. Да, и ультует нехило так. Фрейя ее не смогла убить просто так под ворожаем. Это уже показатель. Походу, она себя набафывает офигенно. Так, поехали опять дальше. Кто там у нас следующий? Топ на растерзание. Так, 260, да. Что-то какие-то топы тут, блин. Эти расстановки такие, ну, не для бабы Зины однозначно. Смотрите, что она делает. Она вот заборы ломает просто обалденно. Так, все, ее сейчас сольют, походу. Да, молчанку дали. Окей, сейчас перезайдем. Давайте попробуем вот отсюда со стороны ратуши забежать. Давай, бабушка Зина, покажи им, кто решает тут. Если они, конечно, сейчас выживет опять же. О, забежала она, конечно, жестко. Не успели мы. Сейчас попробуем еще разок все-таки сбоку забежать. Вот как-то так, и ворожая, если что, на подхил кинем. Там есть, конечно, хранитель. Вот она включилась. Так, смотрим. Не дает она хранителю включиться, но, как видите, ее слили. 48%. Активировали Фрейю. Окей, сейчас попробуем по-другому. Сейчас активируем Фрейю. И с другой стороны Зинку выпустим. Вот так вот, таким вот образом. Смотрите, она через всю карту почти долбит, до половины. То есть, если сбоку ее взять, выпустить, получается довольно-таки неплохо. Самое главное, конечно, чтобы она направляла на героя. Видите, у нас немножко получилось по-другому сейчас, потому что она бьет этих мелких. Ну, тоже прикольно. Получается, тоже можно целый бой так вот провисеть. Не хватает тут рун, конечно же. Вот не знаю, я не замечаю, честно говоря, пользу от стража здесь. Вообще не замечаю. Пока он зарядится, у меня герои уже снесут. Если раньше это было плюс, то сейчас я не знаю. Какой толк? Ну, давай. Вот вроде и как бы и круто, и посмотрите, и нету, не хватает урона уже. Все, его снесли. Короче, ребят, вот такое вот, не знаю. Не знаю даже, что сказать по этому поводу. Честно скажу, мне как-то не нравится особо это. Не знаю почему, но у меня как-то это не особо цепляет.
Ну вот она ускоряется. Она, конечно, может на этих голубях висеть. Посмотрите, какая скорость атаки. Ну, вроде, казалось бы, круто все смотрится, но что-то... 57%. Вот так вот. Мы уже набили 57%. Я офигею. Шанс слива, как обычно, минимальный сейчас будет. Так, пускаем тут бигфутика. Ну, как видите, страж остается заряженным. То есть, вы, в принципе, не видите. Сейчас я вам покажу. Вот так вот. То есть, он заряженный. Я не знаю. Сейчас мы выпустим, пусть спадет баф от этой госпожи. Так, давайте где-то так выпустим. Я надеюсь, тут больше... Ой, ёпта! Одно здание осталось внизу, жесть. Все, это эпик фейл. 99%, ребят. Вот так вот. Я-то думал, это последнее здание, а у меня даже юнитов нету, к сожалению. Ну вот она, он начинает огнекрыл бить. Критом, но не хватает ему, он не критует так, как раньше. Раньше я ставил его в топор, и он критовал офигенно. А сейчас посмотрите на это все. Все, он слился. 99%. То есть, как видите, эти стражи, по сути, нифига толком не дают. Да, они состоят в фракции. Там, на определенной локации, на подземке, может, еще покатят. Но на PvP режимах, по сути, у нас герои теперь будут без... артовые усиления. Потому что пока они наберут, их уже сольют. Посмотрим, как это отобразится на остальных локациях. Ну, битва гильдии более интересная, возможно, будет. А возможно, более сливной, не знаю. Так. Вот так вот Бигфута выпустили. Не, давайте тут, кстати, вот хорошая расстановка. Расстановка для бабы Зины. Так. Попробуем вот так вот отсюда. Вот она включилась. А, молчанку кинули ей. Вот именно против такой расты она неплохо будет смотреться, потому что она будет бить сейчас всех по прямой. Вот, смотрите. Так, надо все-таки ей отхил. Урона много, а вот жизни, к сожалению, не хватает все равно. Так, окей, раз. И ворожая сразу же кидаем. Ну вот с ворожаем просто огонь получается. Ей пофиг там, все просто пофиг. Мега танк, я вам так скажу. Так, Анубис. Ну я думаю, она даже Анубиса разберет. Анубис даже там супер мега крутой сборки, он ничего не сможет сделать против такого количества ударов. Просто нереально. Так, ну еще один топчик. Так, что тут у нас непонятно. Ну давай, баба Зина. Давай, танкуй. Покажи им класс. Так, смотрим. Вот Гаргул у нас. Кидаем ворожея. О, просто супер. Смотрите там, что она делает. Она просто их шатала. Шатала и хорошо шатала. Так, череп. Ну, срабатывает, конечно, как видите. Но тут ворожай. Ну, неплохо вроде смотрится. Но баба Зина реально прикольная. Даже на битве гильдий круто смотрится. Все.
Да, все 5 попыток отбегали. Как видите, 99% одна попытка. Вот так вот. Такая вот, ребята, битва гильдии была со стражами. Не знаю. Не знаю, что будет на основе. Конечно, поинтереснее будет на топах потестировать это все. А вы уже пишите в комменты, как вам. Ну, честно говоря, мне система эта вообще не нравится. Потому что очень много изменений в связи с ней. И, скажем так, для новичков будет намного сложнее сейчас, чем для топов, потому что новичкам надо будет еще намного больше ресурсов, чтобы прокачать арты. Точнее, не арты, а этих стражей. Если арты там было 200 тысяч надо, то тут уже, как видите, надо где-то будет 1,5 миллиона насобирать, поэтому это будет не очень скоро. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.